Глава государства встретился с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом в Баку. В этом году исполнилось 30 лет договору о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. По словам Касым-Жомарта Токаева, наши братские отношения динамично развиваются, на политическом уровне установлен конструктивный диалог, укрепляется взаимодействие между правительствами двух стран. Турция сегодня является одним из 5 крупнейших торговых партнеров Казахстана. В прошлом году товарооборот достиг 6 миллиардов долларов. Президент также заявил, что инвестпроекты, реализуемые с участием турецких предпринимателей, находятся на его личном контроле. В свою очередь, Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что отношения между Казахстаном и Турцией приобрели стратегический характер.